дорогі Паша і Ксюша, желаем вам огромної любви, добра і чтобы ви всегда были счастливы просто от того, что ви вместе. Любите друг друга горко. Дорогие Паша и Ксюша, мы присоединяемся ко всему вышесказанному и давай сам хотим... А не надо, я потом приеду. Ну, Курец, ты говоришь, дорогие... Давай паузу вырезать его проще. Дорогие Паша и Ксюша, мы присоединяемся ко всему вышесказанному и хотим сказать, что мы вас очень любим, хотя мы с Ксюшей еще не знакомы. Но нет, ты вести давай. Хочешь говорить. Давай... Почему вести? Потому что, ну, давай, я, мы присоединимся ко всему, дальше ты говоришь про то, что мы любим. Нет, я скажу, ты говоришь, дорогие Ксюша и Паша. Я говорю, мы присоединяемся ко всему. Нет, ну давай как вот я сейчас, потом ты говоришь, мы вас любим. Мы вас очень любим. Мы с Ксюшей не знакомы. Давай, Ксюша, говори. Дорогие Паша и Ксюша, мы присоединяемся ко всему вышесказанному. Мы очень любим Пашу, и хотя мы еще не знакомы с Ксюшей, мы любим ее всем сердцем. Заочно. Заочно. И уверена, что когда наконец-то с ней познакомимся, полюбим ее еще больше. Да, мы желаем вам счастья и пьем за вас в этот чудесный летний день. Ксюша, не только мы с Александром, но и жители вот этого города хотят поздравить вас с вашей свадьбой. Горка! 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 Горка, еще раз горка, крепко и дружно живите, чтобы побольше было детей. Лучше жить стало вам. Слушайте, родители. Горка еще раз. Здрасте. Ладно, давай. Давайте, готовы? Меня вообще не позвали на свадьбу. Саша, не хочу встать. Саша. Я не хочу, чтобы это было на Ютьюбе. Хорошо. Пожалуйста, ладно? Ладно. Вы можете... Ладно. Вырезать. Сашечка, встать. Будь на Рутюбе. Давай, Саша. Давай заново. Давай. Давай, Паша, мы тебя поздравляем с днем свадьбы. Меня не позвали. Отлично. Давай заново. Отлично. Слушай, ну что ты? Давай, три, четыре. Смотри, он ей говорит, заткнись. То есть он все это выложит. Ладно, давай. Дорогие Паша и Ксюша. Аня очень пьяна, но я знаю, что на самом деле она вам хочет сказать, чтобы вы жили долго, счастливо, любили друг друга. Что, Саша? Громче, блядь. А, громче. Умно. Дорогие Паша и Ксюша, да, поздравляем вас с днем свадьбы. Анька уже пьяная, потому что она видела, что я ее пригласила. Ужасно. Выпила две бутылки красного вина и бутылку белого. Переживает. Но до того, как она выпила, она мне сказала, что она очень любит Пашу. И заочно уже очень любит Ксюшу, потому что ей достается очень хороший парень. А такой, как Паша, не мог выбрать себе плохой девушки. Мы желаем вам долгих лет жизни, счастья, любви, много детишек. Ну, потому что они хотят много детишек. Домик в деревне. Ну, сколько вы хотите. Свой самолет. А хорош? И приглашайте нас почаще на свои дни рождения, праздники. Особенно Аня, потому что она очень сильно переживает. Вообще, Антону привет передать. Да, еще я передаю привет своему любимому мужу. Берите с нас с Антоном привет. А я передаю привет Мише Тихомирову. А может, они позвали тоже? А Мишу позвали. Мишу позвали. Она тем более обиделась. Мишку позвали, а ее нет. Позвали? Вот. Да. Но, тем не менее, Паша, мы тебя поздравляем. Всем на свадьбе передаем большой привет. Ну все, Саш, заканчивай.